Мечтал стать инженером-строителем, а стал металлургом. И работает по профессии. Образование, техническая походка и взгляд уверенная. Евгений Прокофьев приехал в Видное в 2004-м. Сразу попал на завод. Сначала в смене, сегодня бригадир на коксосортировке. Вот это рампы, транспортеры непосредственно. И вот на здании грохота, которые сеют непосредственно на разные фракции кокс, который удает печи. Показывает обслуживаемые объекты, как они работают, где и когда проходил ремонт. Все в голове, потому что все перебрано своими руками. Все нюансы производства за последние 2 пятилетки изучил, освоил и вполне может натаскать новичка. Временно заменяя мастера коксосортировки, он показал себя как грамотный специалист именно и в организации, и в ремонтах. Ему не надо подсказывать, он знает все моменты с самого начала, потому что участвовал в большинстве ремонтов. А вот это, наверное, какая-то стабильность, потому что многие работники, которые уходили от нас, возвращаются назад. И говорят, что попробовал на стороне, не всегда получается у них там лучше. На заводе Прокофьевы всей семьей. Жена тоже в большой металлургии. Правда, сейчас занята куда более важным делом. Воспитывают 2-летнюю дочь. Старшему сыну уже 16, а будущем не загадывают. Но и не исключают, что свяжут всю трудовую жизнь с производством кокса. Впрочем, как уверяют руководители, до пенсии в слесарном цехе отсидеться не получится. И все мастера, и руководство все должно чувствовать, что за ихними спинами есть молодежь, которая в любое время суток может подменить и, так сказать, не даст упасть знамени. А это значит, что карьерный рост на крупнейшем предприятии страны себя ждать не заставит. Говоря о стабильности, Евгений подчеркивает, своевременная и достойная зарплата – это основной критерий уважения к рабочему. Производство вредное, но и за здоровьем следят пристально. Занимаемся спортом, у нас есть спортзал свой. Иногда ходим, поддерживаем фигуру. Ежегодно проходим медосмотры, как бы ничего не замечает такого отклонения. Тем более есть примеры, которые проработали там и 30, и 40 лет. Здесь, в непосредственной близости к производству, каждый день труда. Там, где труд, есть согласие и мир. Ну а май осталось ждать считанные дни. С наступающим! Татьяна Кременецкая, Владимир Бежонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.